Слово «линга» происходит от слова «лина». «Линга» означает «форма». Лингамы, или энергетические формы, или эллипсоиды, могут обладать различными свойствами и могут быть созданы для различных целей. Некоторые лингамы предназначены для здоровья, некоторые — для богатства и процветания, некоторые — для духовного роста, некоторые — для медитативности. Таким образом, было создано множество разных лингамов. По своей сути, их можно разделить на 7 разных категорий. Эти 7 категорий, в свою очередь, могут быть далее разделены на огромное количество подкатегорий. Дьяна-линга уникальна тем, что содержит все 7 этих типов, но, по сути, направлена больше на медитативность, которую можно испытать без каких-либо инструкций. Если вы просто посидите в сфере дьяна-линги, вы погрузитесь в медитативное состояние. Сколько из вас посещали дьяна-лингу? Просто посидите там 10 минут. Инструкции вам не понадобятся. Вы естественным образом войдете в медитативное состояние, без какого-либо обучения. За всем этим стоит определенная концепция, наука и технология. Создается энергетическая форма, которая будет делать то, что вы хотите, на протяжении длительного времени. Форму также называют янтрой. Выражаясь современным языком, янтру можно назвать механизмом. Янтра — это простая форма. Если вы объедините подобные формы и создадите более сложную структуру, получится механизм. Разные формы, собранные воедино, создают один большой механизм, не так ли? Аналогичным образом, вы берете простую форму и добавляете к ней разные части, и она становится сложным механизмом. В некотором смысле это похоже на машину для медитации. Вы просто садитесь там и погружаетесь в медитацию. Это уже испытали тысячи человек. Они приходят, думая, что хотят посидеть 10 минут, но когда поднимаются, оказывается, что прошло 2 часа. Это происходит потому, что когда вы находитесь в медитативном состоянии, чувство времени пропадает. Время имеет над вами власть потому, что вы сильно отождествлены с телом. Чем более вы связаны с телом, тем медленнее идет время. Вы это замечали? Если вы заняты интеллектуальной деятельностью, время проходит намного быстрее. Если вы за пределами интеллекта, время просто выпадает из вашего восприятия. Но если вы тесно связаны с телом, то время останавливается. Тогда вам сложно усидеть на месте, не так ли? Чем более вы связаны с физическим, тем более мучительно для вас время. Время причиняет муки только чему-то физическому. Если вы не связаны с телом, время вас не беспокоит. Стать медитативным означает создать дистанцию между вами и вашей физической природой. Не отказаться от нее, но ослабить с ней связь. Если вы ослабили свою связь с телом, вы можете использовать его так, как захотите. Когда оно вам больше не будет нужно, вы сможете отбросить его. Если вы с ним связаны, то все, что присуще телесности, будет мучить вас. Физические ограничения будут мучить вас и портить вам жизнь. Поэтому на одном уровне медитативность просто означает, что вы создаете дистанцию между вами и вашей физической сущностью. Или другими словами, это просто путь от атомаса от гамая, от ложного к истинному. Что есть ложное? Ложное — это просто то, что вы накопили, и это факт. Но сейчас вы верите, что это и есть вы. Это неправда, не так ли? Таким образом, истина означает, что вы отошли от сложного. Истина — это не что-то, что вы делаете. Если вы не обманываете, вы в истине. Вам не нужно ничего делать, чтобы быть в истине, не так ли? Если вам нужно соврать, то это очень сложно. Да или нет? Вы знаете об этом на своем опыте, не так ли? Если вам нужно соврать, это очень трудное дело. Что вам нужно делать, чтобы быть в истине? Ничего. Даже глупец может быть в истине. Да или нет? Это очень просто. Когда вы просто сидите здесь, вы истинны, не так ли? Если вы захотите сказать ложь, то это создаст вам большие трудности. Таким образом, истина — это не что-то, что вы делаете. Когда вы отходите от ложного, вы в истине. Вот насколько все просто. Дьяна-линга — это просто инструмент на пути к этому.